семейном канале. Не, как канал называется? Бэби-гоу. Здравствуйте, наши дорогие! Сегодня мы будем снимать игру My Little Pony. Игра на планшетах и телефонах. Ну, посмотрим ее, расскажем свои впечатления. И давайте так, если наберем 150 лайков, то сделаем продолжение. Но мы, поскольку первый раз, нам будет очень приятно, если в комментариях нас будете поправлять и подсказывать, что нам дальше делать. Спасибо, друзья. Поехали. Однажды волшебной страной Эксверти правили две сестры-принцессы, принося гармонию на эти земли. Но шло время, младшая сестра пала жертвой зависти. Пони развились и играли днем, когда правила старшая сестра. Но они спали ночью во время правления младшей. Но в тот роковой день младшая сестра не стала убирать луну с неба, когда пришло время рассвета, и провозгласила, что на земле наступит вечная ночь. Решив наказать пони, она оставила луну в небе навсегда. Однако пророчество говорило о том, что в самый длинный день тысячного года ее заточение сами звезды помогут ей избежать. Лунная пони вновь на свободе, ее вечная тьма окутала Понивиль. Его жители больше не видят света дня. Это пони. К счастью, сумеречной искорке удалось сбежать. Лишь она и ее друзья могут освободить Понивиль из объятий тьмы. Это кто? Это искорка. И вновь принести свет дружбы на эти земли. Пони. Да. Это пони, которую зовут Искорка. И, видимо, пони. Мы будем сначала играть за нее. А куда она улетит? Она летит в Понивиль. Понял? Вот, оставшийся контент будет загружен после процесса игры. Ну что, поехали. Геймплей. Пожалуйста, укажите свой возраст. Ну что, тебя указывали? Мы пятый. Почему пятый? Не больше пятый. Ты хочешь, чтобы надо было пять? Ну давай, ставь пятерочку. Так. Все, пять. Ну, надо с тобой пол еще указать. Давай, пол у нас какой? Пол. Мужской. Пятый. Ну, пола не бывает пятого. Так, ну все, принять. Заходите в игру каждый день и получайте крутые призы. День первый. Тысячу каких-то монеток получили. Друзья, расскажите, что там за монеты. Да нет, 27. Смотри, на 7-й день мы можем получить поняшку. Шутер Гейтс. А мы не можем, но надо 7 дней подряд зайти. Нажимай забрать. Снизу кнопочка. 7? 1? Нажимай забрать. 1? У нас 1, да. Нажимай на синюю. А где? Так, смотрим, что происходит. Давай. У нас какая-то Эй, а где все? Что с пони Вилем? Подожди, ждем. Сейчас она спускается, да? Давай посмотрим. Вернулась лунная пони и принесла с собой тьму, окутавшую пони Виль. Это Твилайт Спаркл говорит. Какой ужас! Что нам делать? Спайк. Видел маленький Спайк? Или это маленький? Нужно строить город и собрать элементы гармонии. Вообще пока не знаем, что это такое, друзья. Нажимай. Ладно, но сперва нужно поесть. А еду нужно где-то взять. Логично. Нажимай. Ну тогда первым делом построим мельницу. Спайк набросай пока план строительства. Нажимай. Так, ну что, строим мельницу. Снимай больше. Так. Смотри, искорка вышла. О, спасибо за игру, My Little Pony. Мы хотим сделать вам подарок. Нам подарили 4000 золотых, 10 каких-то камушков и 25 сердечек. Спасибо, это приветственный подарок. Нажимай окей. Ладно, у меня уже все готово. Нажми на книгу. Ого, на книгу, давай. И на пони. Так. Построить мельницу. У нас нет времени, лунная пони вернулась, чтобы погрузить землю во тьму. Принцесса Селестия попросила. Давай, строим мельницу, все правильно. Нажимай. 75 монеток стоит мельница. Мельница готова, поставь ее там, где место. Давай, выберем. Где нам поставить мельницу? Где ты хочешь поставить? Подожди, подожди. Ага, ну давай. Не получится, но сначала выбрать место. Денюш, где ты хочешь мельницу поставить? Прямо здесь? Да. Ну давай. 30 секунд будет строиться. Ой, по времени. Я могу построить быстрее, мы можем просто немного подождать. Ну что, подождем? Да. Давай, нажимай, пропускаем. Бесплатно. Вот сюда нажимай. На зелененьких прямоугольничек. Ага. Так, готово. Какую звездочку подобрали? Анге Слипи. Кто это? Опа, это наша искорка гуляет по лугу. По лугу. Ну что, нажмем на мельницу? Пони. Так, плюсик, зерно. Давай производить.
Нам надо нанять пони, чтобы произвести зерно. Ага, нажимай на плюсик. Сейчас, видимо, мы искорку будем нанимать. Точно. Нанимай искорку. Да. Так, целую минуту будет зерно производиться. А написано плюс 30 золотых. А все, ты нанял. Давай, закрывай крестик. Крестик. Угу. Магазины приносят бицы, без которых нам не отстроить и не украсить понивиль. Хорошо. Эй, глянь, на мельнице уже готово зерно, собери бицы. Ой, давай сейчас собирать монетки будем. Давай. Ой, собирай, ты справа, я слева. Ты будешь собирать? Хорошо, папа соберет. Та-та-та-дам! Второй уровень получили! Ура! Невероятно, плюс 100 золота и камушек. Мы открыли двух лошадок и какой-то рынок. Ой, собираем. Отличная работа, искорка. Давай поиграем, чтобы отдохнуть. Конечно, поиграем. Поиграем, Дэн? Да. Нажимай на книжку. Нажимай на искорку. Ого, сыграем мяч. Вперед, ну-ка давай. Будем сейчас мяч играть. Мы же с тобой тоже играем в мяч? Хочет поиграть, нажимай на играть. Нет. Ну вот, стрелочка показывает. Так, перетащите мяч к пони, чтобы бросить. Все понятно. Поехали. О, смотри, надо мяч со звездочками купить. Покупай. Ого, он 1000 золота стоит. Ничего себе. Ну что, пробуем? Так. Угу, тут еще надо успевать, короче. На перфект. Ой, мало времени. Наш счет 73. Ваш лучший счет 73. Окей. А, и мяч еще бонус удваивает наши очки, да? И сколько мы с тобой набрали? Пол звезды. Ну что-то слабенько, друзья. Нажимай ОК, иди. Мы с тобой медленно. Медленно все сделали. Ух, искорка, ты так хорошо играла, что заслужила звезду. Нажимай стрелочку. А не можем еще задание выполнить. Не получить ты ее сможешь, только немного попотев. Мы еще играем мяч. Так, нам надо попотеть с тобой, чтобы получить звезду. Нажимай стрелочку. Мы не можем сейчас, мы задание выполняем, да. Звучит захватывающе. Полетели. Нажимай стрелочку. Нажимай стрелочку. А, ничего не срабатывает. А, нажимай вот сюда, на домик. На домик дерева. Да. На стрелочку. Ну, давай я нажму. Поиграть и разогнать тучи. Ого! Ну, давай попробуем. Нажмите и удержите, чтобы взлететь. Отпустите, чтобы спуститься. Собирайте бицы и облачка, избегая грозовых туч. И темномолний. Темномолний надо избегать, друзья. Грозовые тучи с молниями. Так, готов? Так, молнии надо избегать. Ага. Что-то я тут темномолнии очень много, да? Неплохо идем. Смотри-ка, Дэн. Ой, жадность правила сгубила. Ну-ка наверх давай. Успеем? 2 секунды нам монетки собрать. 49. Ну и как? 49 монет. Вы получили звезду, продолжайте играть и соберите все звезды. Нажимаю ОК. Вот так вот. Какую звезду получили? Я пока не очень понимаю, вот какую. Что это? Луч солнца, прогоняющий мою прекрасную тьму. Лунная пони. Искорка отлично владеет магией, она сможет рассеять твою тьму. Ха, да это всего лишь глупые проказы. Увидишь, если коснуться тьмы, я смогу развеять ее своей магией. Ну-ка, коснись. Расширь, давай, соточку монеток придется заплатить. 100? Не, давай, правильно, 100. Нажимай на 100. Это 100? Это 100. Опа! Вам все равно никогда не найти камни гармонии в вечной тьме. А-а-а-а! Суровая какая, да? Перейдем, когда на первый этаж, на 6-100. Хорошо. Давай стрелочку нажимай. О, да это же бон-бон. Давай подготовим мне место для ночлега. Ну, бон-бон. Новая поняшка прилетела. Не бон-бон. Мы сейчас место для ночлега и приготовим. Встретить бон-бон. Вперед. Так, покупаем бон-бон. Нажимай на нее.
Размести домик для бомбон, где пожелаешь. Ну что, где разместим? Давай рядом с мельницей. Разместим рядом с мельницей? Да. Вот так вот. Бесплатно. Когда бомбон будет тут, она сможет делать предметы лучшего качества, а еще печь хлеб. Да, помочь мне не помешает, да и бицов мы сможем подзаработать. Ну, отлично. Нажимаем на бонбон. Давай. Не бонбон. А у нас стрелочка подсвечивается. Видишь, она на воздушном шарике прилетела. Так, ого, звездочки какие, да, День? Все, она же сошла уже с шарика. Бонбон, можешь помочь нам выпечь хлеб? Конечно, может. Какие вопросы? Давай будем печь сейчас, да? Понять, пони. Бонбон. Старт. Бонбон, старт. Все, бонбон, значит, хлеб. Ладно, поглядим, что у нас вокруг. Не забывай выполнять задание. Удачи. Спасибо, Спайк. Динь, скажи спасибо, Спайк. Он нам удачку пожелал. Спасибо, Скайп. Скайп. Спайк. Поехали. Так, смотри-ка, давай книжку нажмем. Это просто идеально для нашего нового и лучшего пони. Или я больше чем уверен, что если мы продолжим в том же направлении, скоро в городок вернутся и другие пони. Построить мельницу, играть мяч, встретить бон-бон. Так. Уровень 3! Молодец! У нас третий уровень. И мы открыли еще трех поняшек, да? Пойдем монетки собираем. Бон-бон. Бон-бон. Так. Бон-бон. Бон-бон хочет поиграть. Давай. О, я тоже мяч хочет поиграть. Давай. Какой мяч возьмем? Вот этот же, да? Да. Ну ладно, он уже пустой. Ничего страшного. Давай этот мяч берем. Готовы? Ну, а тут надо успевать. Оп, сколько мы с тобой набьем в этот раз, как ты думаешь, День? Да не успели мы с тобой, тут надо, ну как же успевать на вылете-то, а? Тут надо быть очень внимательным, Денюш, чтобы успевать всегда ловить, но только на излете. А еще надо зеленую стрелочку ловить. О, хорошо, сейчас была зеленая. С большой скоростью запускаем, да? 15. Ой, ты меня обратно отчет упустил, да? Успеем еще раз? Засчитали нам? Ой, по-моему, хорошо набрали в этот раз. 258, и нам еще удвоит. Сколько? А почему не удвоило? 258? 258, смотрим. Как нас... А, еще удвоит. 516. 4, 5, 6, ну-ка. Будет полная звездочка? Ура! Вы заработали звезду для пони. Рассчитайте, расчистите тучу, чтобы получить ее. Давай расчистим. Нажмите и удержите, чтобы взлететь, пустите, чтобы спуститься, собирайте бицы, облачка, избегая грозовых туч и темно молнии. А, мы с тобой это видели уже, да? Так. Я буду вот в это играть. Будем. О, что произошло? Мы какие-то космические стали, Дэн, ты видел? Да. Так. Нам с тобой монетки надо собирать или все-таки тучи расчищать, не пойму. А, да, надо тучки расчищать. Не все так просто. Вау. Что-то расчистили мы, да? А, ты смотри-ка. Нам надо белые облачка собирать, чтобы получить бонус радуги. Понятно. То есть это ускорение, это бонус радуги. Ну и сколько мы с тобой набрали? 112. 112. Вы получили звезду, продолжайте играть и заберите все звезды. Класс. Дэн, ты рад, мы звезду получили? Да. Так, ну давай разбираться. У нас тут столько восклицательных знаков, пока не знаю, за что хвататься. Элементы гармонии. 5. Давай 5. А мы пока ничего не собрали. Давай мы 5. Пока ничего не понимаем. Друзья, подскажите нам, что нам нажми с элементами... 5. Гармонии, ну нажми. Что нам делать с элементами гармонии, где нам их искать? Будем вам очень признательны, если напишет нам об этом в комментариях. Не работает, видишь, День? Почему? Ну, потому что. Чего потому возьмем? Что не работает. Давай My Little Pony еще возьмем. А мы играем с тобой в My Little Pony. Так.
Это инфо. Давай посмотрим. А, они все закрыты. Это коллекция денег. Ну-ка, давай дальше. Книжка. Ну-ка, нам хочется Пай задание дать. Ладно, поняшки, если вы хотите вернуть Пинки Пай и в Пони, то нам надо будет организовать классную вечеринку, и нам понадобятся пироги. Похоже на ее имя, не так ли? Пинки Пай, точно, розовый пирог. Давайте соберем все нужные ингредиенты. Давай? Давай. Так, нам собрать хлеб всего лишь надо. Ну что, сейчас у нас поработает бон-бон. Награда 900 и 20 звездочек. Мы собрали хлеб. Так, мы теперь можем с тобой Пинки Пай позвать? Да. Давай-ка посмотрим. Так, теперь у нас точно будут хрустящие пироги. Что дальше? Эй, я ведь не спец в пирогах. Может, нам стоит найти кого-то, кто с выпечкой на ты? Хотя нам все еще сначала нужно подготовить ингредиенты. Так, построить ларек с вишней и встретить мисс Капкейк. Ну да, Капкейк. Ой, будь здоров. Давай, сначала ларек. Вот, нажимай на ларек с вишней. 800, нажимай. 800? Давай, сейчас мы его рядом с пекарней построим, да? Давай построим, конечно. Вот здесь вот. Вот я и хочу. Давай, сейчас мы с тобой построим ларек с вишней. Здесь не дает. Вот здесь можно построить. Почему? Все, минутку ждать. Мы пока посмотрим наше задание. Встретить мисс Капкейк. А, давай нажимай на мисс Капкейк. Нет. Вот она, видишь, такая голубенькая поняшечка. Наверное, она будет готовить что-то из вишни. Так. Бон-бон ходит. Бон-бон ходит? Да. И еще искорка ходит. Куда бон-бон ходит? Так, и домик для мисс Капкейк построить. Так, давай посмотрим. Смотри, у нас какой строитель поняшка появился. Идем? Так, хлеб готов. Хлеб собрали. Что еще? Так, смотри-ка, у нас искорка хочет поиграть. Или это не искорка? Давай яблоко заберем. Нажимай, играть, да. Мы сейчас яблочки будем собирать. Денис же догадался, ничего себе. Яблоки. Собирайте яблоки, пока они не упали на землю, нажимая на левую или правую часть экрана. Не собирайте гнилые. Ну, все, попробуем. Какое яблочко возьмем? Зеленое. Зеленое. Денис, он просто любит зеленые яблоки, поэтому... Ну-ка, поехали. А, это я сразу гнилое собрал. Папа сразу собрал гнилое. Так, сколько мы собрали, ты уже насчитал? Успели? Эй, успели! И это успели, отлично! 14 яблок собрали, Дэн? 14, отлично. Так, ну что? Ой, что-то мы мало, да, звезды набрали. А, да, вот так вот. Надо быстрее собирать. Нажимай, Кейди. Нажимай. Мало мы яблочек с тобой собрали. Половина на землю упала. Так, ну что? У нас тут, смотри, еще рынок, еще что-то. Давай нажмем, что тут происходит. Так, ну здесь за деньги все. Это мы не готовы раскошеливаться. Давай сюда нажмем. Ага, карта. Понивив, дорожный знак. И все от уровней. А мы пока не можем. Мы вон контрлот откроем только когда 20 уровень наберем. А 20? Пока рано с тобой нам туда суваться. У нас акции. Коллекция. Кого? Награда у нас с тобой будет через 2 дня, 16 часов. Ну хорошо, будем ждать. Так, ну что, у нас готово все? Нанять одну пони. Бон-бон. А искорка и бон-бон у нас работает. Нам нужна Пинки Пай. А для этого нам надо ее встретить, правильно? Да. Вот она. Мне нравится сладость от семьи Кейк. Надеюсь, на мой следующий день рождения мы сможем насладиться сапфировым тортом из их духовки. Нас награды, да. Мы с тобой сделали чай задание. И уровень 4, чудесно! Мы открыли еще поняшек разных. Так, ой, надо собрать. Я думаю. А все, монетки собрали. Так, смотри, значит, у нас есть искорка.
Один из белых. Чтобы подчеркнуть элемент радости Пинки Пай, нам понадобятся праздничные флаги для вечеринки Пинки. Кажется, я знаю, где есть подходящие. Нажимаю ОК. Нам нужны праздничные флаги. Купить розовые флаги. О, они кристаллы стоят. Нет, вперед. Так, розовые флаги. Давай, нам надо два. И надо поставить их. Давай где-нибудь украсим. Давай где-нибудь вдоль дороги поставим, да? Вот здесь он. Вот здесь он. А все, хватит, нам достаточно. Все, а мы получили награду. Давай посмотрим, что у нас с хлебом. Хлеб мы собрали. Теперь у нас здесь пекарня Пинки Пай можно нанять. Давай, бери Пинки Пай. Да. Вот это вот Пинки Пай. Да, она будет у нас работать. Все, назначили ее на вишню. Хорошо. Так, ну что, посмотрим дальше, что у нас тут шарик. Ой, Пинки Пай хочет поиграть. Давай один обычный мячик купим день. Нет, да? Или тоже звездочку, да? Вот этот, да? Да. Хорошо. Поехали. Так, надо ловить зеленую стрелку. Обязательно. 11. 11? Да. 13. 11. А чего? 10. 10? У нас время заканчивается? Ты там что-то, ты подаешься, не пойму. А, ты количество раз? 14. 14. 12. 15, да. Нет, 12. Ты в обратную сторону, что ли? 15. Так, у нас с тобой что, время заканчивается? Успеем еще немножко? 15. Засчитается? Сколько сейчас будет? 248, а лучше, что там было больше. Мы набирали на 10 очков больше. Но звезду-то мы все равно получим, правда ведь, друзья? 4,96 еще. Проверяем, звездочка будет? Тин-тин-тин. Поздравляем, вы заработали звезду. Ну что, тоже тучу очищать будем? Вы не видели мистера Кэрот Кейка? Мисс Кэрот Кейк попросила найти. Нам будет сложно организовать вечеринку для Пинки без его участия. Плюс Спайк уже надоел мне своей идеей со строительством кинотеатра. Пора браться за дело. Так, встретить мистера Кэрота Кейка и построить кинотеатр. Ну давайте, конечно, мистера Кэрота Кейка встретим. Какой он нарядный. Иди, смотри, у него даже бабочка есть. Ой, а он стоит денежку, да? Ну, друзья, нам надо выполнять задание. Давай, Егор. А мы пока не можем с тобой. Вот нам это. Надо подождать день, получить вот награду. Это. У нас нет денежек. Получить награду, и только тогда мы сможем получить Кэрота Кейка. Давай сейчас по максимуму соберем все, что у нас есть, да? Собирай, собирай. Тут какая-то звездочка. О, уровень 5, и у нас получилось 400 монет и новые поньки. Так, ну что? Что у нас здесь? Опять яблочки собирать. Давай, нам надо собрать яблочек, чтобы заработать денежку для мистера Кэрота Кейка. Угу, нажимай. Зеленый твой любимый? Поехали. Чего зеленый? Ну ты так выбрал. А потом гнилое? Нет, потом гнилое будет собирать. А мы как? Мы же не можем выбрать. Ой, не можем определиться. Сбили, а там нет. А? Вот это соберем сейчас. 340. Мне кажется, снова наш рекорд персональный. Сейчас проверим. Да, чуть больше звездочку набрали. Чуть-чуть больше. А кто сам мне будет собирать? Ну, это я не знаю, если нам дадут с тобой. Я занес всех пони в нашу книгу, чтобы никого не потерять. Молодец, Спайк. Некоторые пони порадуют вас крутыми наградами, если соберете всех их друзей. А зачем мне выиграть? Друзья, подсказывайте, у кого какие друзья, чтобы мы собирали всех друзей. Правильно, день? Да. Хорошо, мы посмотрим сейчас коллекцию. Так, и что у нас? Актуальные коллекции.
скидка 44%. Но мы не будем сейчас собирать друзей. Здесь можно посмотреть список актуальных колец, время действия которых ограничено. Спешите собрать все пони и получить награды. Давайте посмотрим, что находится на следующей страничке. Давайте посмотрим. Здесь находятся основные пони. Вы можете собрать этих замечательных пони в любое время. Хорошо. Вот, там надо будет друзей каким-то образом собрать. Пинки Пай, 1000 монет. Просто взгляните на Рарити, она такая красивая. Что-то у меня появилось сильное желание начать писать стихи. Ой, просить что-то я не о том. Вы можете с легкостью посмотреть все коллекции, прокручивая в нужную сторону. Давайте заполним нашу книгу, коллекции вместе. Заполним. Хорошо. Так, ну что? Эй, ну как там в магазине? В магазине можете купить любые дома для пони, а еще магазины и декорации для Понивилля. А мы были в магазине уже. Правильно, Дин? Мы уже были с тобой в магазинчике. Ну, мы не будем сейчас тратить на декорации и все остальное. Или вот этот магазин. А этот сказка. Ничего никак не можем запомнить. Ну что? Что у нас с заданиями? А, встретить мистера Кэрота Кейка, да, проверим, можем мы уже его купить? Не можем. Значит, надо играть, выполнять задание, да? И собирать то, что у нас есть с тобой. Разработать поющую телеграмму. Ну что, разработаем, а что нам дает? Что нам дает поющая телеграмма? И строить пикник. И пикник что дает? Нам какой-то шанс получить что-то, да, попробуем? О, 4 часа, друзья. Ну, пускай у нас поющая телеграмма разрабатывается, да? О, мы поиграем в телескоп. Давай поиграем в телескоп. Нажимайте на звезды, направляйтесь к следующей звезде, чтобы собрать созвездие. Соберите как можно больше созвездий. Мои пони. Какой телескоп будем брать? 100. Это 1000, Лин. Ты дорогой взял. Так. А что надо делать? О, друзья, расскажите. А, они моргают, да? Время идет, а мы не успеваем. Ага. Я не понимаю, что делать. Друзья, подскажите нам, что нам делать в игре с телескопом. Надо нажимать на звездочки или что? Ага. А-а-а! Только в конце мы поняли и получили 50 очков. Ну, что поделать, целяви, как говорят французы. Хорошо, хоть удвоили нам очки, да, Дин? Мы еще играем на Little Pony. Конечно, будем. Давай посмотрим, что у нас с кинотеатром. Понивильский кинотеатр давай построим. Ну, раз Спайк так хочет. Давай поняшку порадуем кинотеатру. Интересно, а он нам будет приносить помощь какую-то финансовую? А то у нас с тобой, по-моему, кризис сейчас настает. Строится кинотеатр. Мне кажется, Спайк сейчас будет очень доволен. Друзья, ну что, нам осталось выполнить задание встретить мистера Капкейка. Достроится наш кинотеатр. Мы будем выполнять еще какие-то текущие задания. И еще заодно посмотрим эту игру. Ну и как мы сказали, если это видео соберет 150 лайков, мы снимем продолжение. И будем очень признательны. Да, вот таких вот пальчиков вверх. И будем продолжать снимать и смотреть, что там происходит. И попросим вас, чтобы вы написали в комментариях, подсказывали, что нам дальше делать с Дэном. Вот. Ну а на сегодня мы с вами прощаемся. Ставьте пальчики вверх этому видео. Как пальчики вверх? Подписывайтесь на наш канал, нажимайте на колокольчик, чтобы быть все время в курсе новостей. Пока-пока, друзья! До новых встреч! И поцелуй, и без поцелуя. Thank you.